Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на канале будет небольшая распаковка посылок из Китая. Пришло к нам две посылочки, но здесь у нас несколько товаров в каждой посылке. И начнем с первой посылочки небольшой. И к нам приехал блок питания. Очень хорошо запакован. Пупырчатый блок питания. Оригинальный, хочу заметить. Xiaomi зарядный адаптер 2 ампера. Пленочки, как можете видеть. Продавец, судя по отзывам, достаточно классный адаптер, оригинальный. Ссылка на товар будет в описании. И вторая посылочка. Большой пакет. И к нам приехали кабеля бренда Orico. Заказываю данного продавца давно. Очень хорошее качество. За бюджетные средства к нам приехали вот такие вот адаптеры Orico, зарядное устройство. Здесь у нас 1 ампер, 1 USB. Очень красивая коробочка, заводская, наклеечки. Но сейчас мы один распечатаем аккуратно. Вообще Orico нравится тем, что все товары приходят в заводской хорошей упаковке, практически ничего не помято. Здесь у нас в коробочке еще одна коробочка, как всегда в Orico макулатурка. Здесь здесь рекламки и блок питания. Зарядное устройство, 1 ампер, достаточно компактное. А также к нам приехали вот такие вот замечательные кабелечки. 1 метр, 3 ампера, USB 2.0, серенький кабель и голубенький кабель. Хочу сказать, что действительно бренд Orico мне очень нравится. Конечно же, эта зарядка у нас идет 2-амперная. Брали для смартфона Xiaomi. Она мощнее и больше, как можете видеть. Но и маленькие адаптеры довольно-таки неплохо заряжают смартфоны, мобильные телефоны немножко дольше. Итак, ребятки, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.